этой трагической новости точно никто не ожидал. Дорогие наши зрители, мы снова рады вас приветствовать на нашем канале. К сожалению, мы спешим с вами поделиться ужасным известием, которое появилось сегодня рано утром на просторах российского интернета. В шоу-бизнесе все звезды рыдают и никак не могут успокоиться. Ведь всем известная российская актриса Светлана Ходченкова была для многих кумиром, коллегой и просто другом. По всем данным сообщается о том, что сегодня рано утром мини-блоге российской актрисы Светланы Ходченковой появилось ужасное заявление, которое сделала сама актриса. Она заявила, что некоторое время она не сможет выступать в театре. Все, кто приобрели билеты, извините, пожалуйста, выступление придется перенести. С чем это связано было, никто не сообщал. Спустя некоторое время мы все-таки узнали, что же с ней случилось. А оказывается, Светлана Ходченкова вместе со своей племянницей решила покататься на роликах в парке недалеко от своего дома. В тот момент что-то пошло не так, она поскользнулась, не сдержала равновесия и упала на землю. В результате падения она сильно повредила чашечку на ноге. Уже из парка на скорой помощи ее доставили в больницу, где сейчас проводят обследование. Обо всем остальном, дорогие друзья, уже завтра утром на нашем канале появится свежий выпуск. Не пропускайте его. Будьте всегда с нами и до скорой встречи вам на нашем канале.